Европейская академия Берлина проведет семинары для харьковских госслужащих. Учреждение является негосударственной общественной организацией, которая проводит образовательные мероприятия, касающиеся европейской интеграции, в том числе налаживания диалога между Востоком и Западом. На протяжении многих лет академия является партнером Министерства иностранных дел ФРГ. Тема наших семинаров – аспекты хорошего управления. Семинары проводятся на украинском языке, они не являются академическими. Основная идея – обмен опытом и практика. Все расходы на проживание и дорогу берут на себя наша академия и правительство Германии. В наших семинарах приняли участие около 150 сотрудников из Украины. У нас еще не было никого из Харьковской области, и мы приехали к вам для того, чтобы вас пригласить. Глава области отметил, что постоянное повышение качества работы госслужащих для него, как руководителя, является приоритетом. Я, как руководитель областной администрации, крайне заинтересован в постоянном повышении по европейским принципам и стандартам их качества работы. Мы подберем тех людей, которых мы верим и которых возлагаем надежды, чтобы это люди, которые после стажировки многие годы работали в структуре государственного управления. Директор Европейской академии Берлина сообщил, что программу семинаров можно менять, выбирая наиболее актуальные темы для госслужащих на данный момент. В свою очередь, Игорь Райнин предложил рассмотреть возможность организации семинара непосредственно для группы из Харьковской области. Мне нравится эта идея. Я у вас попрошу несколько дней для того, чтобы мог обсудить это в Берлине. На следующей неделе я вам дам ответ. И потом мы с вами сможем детально обсудить программу семинара, чтобы она содержала те пункты, которые являются самыми важными для ваших сотрудников. Губернатор отметил, что в первую очередь подготовку по программе Европейской академии Берлина пройдут специалисты, отвечающие за коммуникацию с общественностью, экономическое развитие региона и дерегуляцию, а также те, кто специализируется на борьбе с коррупцией. Напомним, руководство Харьковщины совместно с посольством США в Украине будет реализовывать в области антикоррупционный проект. Соответствующий меморандум был подписан в марте этого года. Подготовка и повышение квалификации кадров, ответственных за борьбу с коррупцией в регионе, являются важным аспектом реализации этой программы. Елена Захаренкова, «Объектив. Неделя».